Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. 5МЦХ. А нет, это этот, наверное. С зубилом, которая стреляет, хернюшка. Так что это может быть сектант, кстати, тоже. О, да-да-да-да-да, это сектанты. Трассера сейчас полетели там, видели, по окнам? Уже в меня стреляет. Точно сектант. Или босс какой-то. А, это не босс и не сектант, это... Это супер-мега-геймер. Куда же без них-то? Даже, блин, без них. Ну, я же говорю. 15 кд. Глухой шлем. В ночи, без ПНВшки. Все. Окей. Значит, скорее всего, сектанты здесь были. В этой катке. Раз тут был читак, значит, сектанты были. Причем тут зрячий. Что, блядь? Сука. А под чего он взял, что я здесь? Он вышел и сразу же выстрелил в стену. В меня. Вот я и говорил, надо ставить сервера подальше. Потому что сейчас Венран QQV. А, блять, 100 часов в игре. 15 уровень. Потому что он уже знает, куда надо бежать и где надо убивать. Вроде хорошая граната. Ты что тут сидишь, друг? Это же большой уровень, 53-й. Mm.
Ребятишки. Выждать момент до ночи. Блять, сучка, прицел не тот поставился. Ай-яй-яй. Это вот немножечко руинит. Ай. Так красиво троих забрал. Ёптерный. Сука, ёбнули. Надо флешки брать. Ой, Тагила. Где он? А. Он где-то у меня здесь. Вот он у меня. Господи. Победил. Это враг. У меня где-то бегает враг. Подстрелили двоих. Они зашли в этот, типа, в офисное здание. Бля, у меня кто-то прыгает. Прыгает враг, все. А ты сам где? Там же, в офисном здании, в этом. Сейчас буду вверх заходить по этажам. На втором этаже кто? Враги. Не понял. На крыше бегаете. На крыше тоже враги. Одного убил. На крыше тип. Прям крыша, да? Да, прям крыша. Я ему в голову пока не убил. А я дал туда? Одного взорвал. Туда хае еще отдал. Захожу с фонариком. Давай. Да, жив еще один. Ребятишки. Ты по железке, да? Да, я на крыше. Только мне. Господи. Блять, какие тут вкусные типы шарятся, ёкарный бабай. Да нам надо такое, чат. Ну, как обычно. У него ни хера нету, понятно. Ты бегаешь? Да, я у тебя. Давай.
По едам. Для силачей настоящих. Если меня сейчас опять босс убьют, я просто сгорю. Не беги туда поопанут. Походу нету. Если они есть, обычно кабзец происходит. Блять. Он у меня внутри, блять. Блять, по мне стреляют. Ты живешь? Я минус, я внутри, в СТО. Меня тоже убили. Блять, я опять, сука, ему несколько раз в голову попал. Что, откуда он взялся? Они все беззвучные, да, получается? Да, да. Нет, подожди, а как он пробежал к тебе? Он там заспаунился? Или как? Подожди. Мне кажется, он заспаунился. Но мы же прибежали по длине. Ты обошел гараж справа. Ага. Я зашел внутрь, считай. Буквально вот открываю дверь в твою сторону, и мне в спину начинает стрелять. Че, блять? Странно. Я минус. Че, блять? Скорее всего, там супергеймер. 3КД. О, господи. Да, это читак. Беги. У него голый РПК. Он ТП-шится, блядь. И ты думаешь, завтра не будет читаков? Завтра воскресенье, блядь. Завтра еще наши подключатся туда. Ну тут, в принципе, респа-то нету с этой стороны. То есть, я вот сейчас думаю, нет респа такого, который бы здесь оказался. То есть, вот смотри, с костра он не успел бы сюда, да, он был бы на малой где-то. Со стороны двушки мы самый ближайший спаун. То есть, он именно вот сюда тэпнулся, прилетел откуда-то. Перед нами уже могут быть спауны. Красно. Ну, зачем? Это ненормально выпустит. Тебя убивают, походу. Челоки, челоки. Да. Ну-ка, Дима, нормально ПВ, алло. Только поймали нормальную турбоволну, блин. Башка нет, и каск, и маска нет. Персонально страховано. Маска хрен с ней, каску беру. Пока на ребят прогружаются, я тогда не хочу отправиться. Капец, уровни повылазили с ивентом. Просто лютейшие, блин. Так, спир нахер не нужен, по сути. Чем он там стреляет? Гибридами?
Ладно, допустим. РПК, АГС. Вроде заняты с кем-то. На первом. Одного убил. Он на второй этаж целился, над лестницей. Видела? Хае туда дал. На втором? Над нами, над нами. Блять, где у него голова, не пойму. Убил еще одного. Хае дам. Пулемету. Бот орёт. Поднимаюсь. Я покажу, пока ты поднимаешься. Я еще дал. Бегает где-то. Сейчас нужно бот. Чё, хае? Так, ну, вроде бы чисто. Еду чекала? Да. Достаточно двух. Ну, кому как удобнее, тут уже смотреть. Там зачем? Господи. Не нашли меня. Че понимаешь? Ну зачем опять раздербанить чаты на три площадки, где по итогу и там, и там, и там. Ботов убивают. Это кто-то? Не ты? Нет. Два чевака, минус один. У проходного контейнера с ямы я только, поняла, которая, поняла? Я вот поняла. Там эмка еще. Ой, там еще что-то глушеное за ним. На гранате чел. Я у платформы, бляха! Тебе не видно там его справа? Посмотри, если я там где ты будешь от него. А ты куда делась? Где ты вообще есть? Я на втором этаже. А, что, тебе не видно его? Комары тут подожди, ну. Гранаты кидают. Это моя была. Он снаружи забора. Это бот, бляха-муха. Сколько можно, блин, боты. А что в те ведь бегут ко мне, вы, блядь, представляете вообще? Я не мог его взорвать там, интересно.
Неужели он в яму отступил? Как это ходит? С какой стороны? Показалось, стороны ГСки. Да. Есть. Бот. Рашит меня. В ночи. Все, я пойду подходить. Раз ты не видишь там никого. Бот на него идет. Подожди. Не на него он идет, он просто идет. На него он шел. Там мертвый какой-то лежит. Да, одного я убивал, потому что... Тот в яме, либо в огне опасно где-то. Я упал вниз! Да, я по первому. Вот этого ты убил? Да. Ага. Не опасно. Сидит где-то. Не понял где. Где он, блин? Поедал? Бегает? Нет. По-моему, по борту стрелял. По-моему, где-то по центру. За забором? Не, он не должен быть за забором, он должен быть тут. Ну, даже АХЕшки не дернулся, даже когда я кидал сюда ему. Не, он должен быть этот тут. Да, дырочка интересная. И стрелял он тебе не через забор. Блять, АГС! Как бы не сел, сучка, за АГС-ку. Сел! Убил. У тебя гранаты есть? Нет. Ну да, зря спрашиваю. Зачем я спрашиваю? Чем, блин, гранат? Он в этом, наверное, сидит, мне кажется. В нычке, думаешь? Или в нычке, или которая дальше, вот эти кирпичная херня. Кирпичный он меня бы не увидел. В нычке, скорее всего. Ну, с эмкой. Так, давай я вернусь, его друга сейчас лутану на наличие гранат. Там бот сзади бегает. Это ты? С эмкой? Я. А, господи. Да, служивый. Если он сидит в этой фигне, там за бочкой, где нычка. Я не знаю, я просто потерял оставшуюся веру в людей в Тарке. Он бота убивал, он, может быть, не там сидит. Потому что он пострелял по тебе, а потом пострелял по бота. Да, но звука-то вообще не было, чтобы он бегал. А я готов. За бочками сидит. Прикрывай. Он все-таки там, в нычке? Бочки. Тут бочки есть за нашей вот этой одной из бочек. Есть бочки маленькие. Подожди, еще подожди. Слева. Вот, блин. Бежит на нас. Он с... Блять, это не он. Он не сдох. Ты... Да ну. Нету.
Он еще уже мог далеко уйти куда-нибудь. Я. Нету, нету, нету там никого. Есть, есть, лежит. Лежит, лежит, Ань. Ниже, в пол стреляй, в пол стреляй, в пол. Да я стреляю в пол. Братан, нифига ты геймер жесткий прямо. Патронов нет. Там много у него видно. Ты же говорила, внучки. Вера в людей потеряна сейчас окончательно. О боже. Сейчас бы вот с такой снарягой, просто с эмкой, с топовой сборкой прятаться, блять, вот здесь, внучки. На втором была? С чего взяла, что моего уже раздели, типа? Да, мне показалось, вот просто с двумя пушками был. Я думала, раздели, а там вот другого раздел. Ну да, его раздели боты, но... Собирать, они на пол все поскидывали. Ну, он с ВДХ была. Типа... Магазин это с ВДХ. Бота. Ну, я не вижу на втором этаже его. Где у нас выход? На танке. Блять, по мне, по мне. Аня. Да я не вижу. Одного убил. Еще есть кто-то, кажется. Кто-то дальше прошел. Со стороны перрона. Уже челоботы приперлись. Граната. Я не вижу. Где? Не знаю. Ничего. Спина? Спина, спина. Да-да-да, в АТС зашел. Или пошел в сторону АТС. Большая сумка. Пилигримовская. Бил. И кровь посмотрю. Еще один челобот. Да. Может, ты лег? Угу. Блин, где-то орел. Челок лежит. Я, да, закончилась. Просто умер. Я у тебя. Дешевыми. Я сейчас одела вот его наушники, это просто капец. Да. Я просто как будто оглохла на два уха. Идешь? Come on, fellas! Let's put some fucking lead in them! Может, теплачок взять не хочешь? Не, я уже все. А, ты ж пипега, точно, забыл. Я ушел. Давай. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.